В текущем году 232 актюбинцам были выплачены долги по заработной плате. Кроме того, установлено 16 предприятий, не перечисляющие обязательно пенсионные взносы сотрудников. Прокуратура района Алматы города Актюбе на постоянной основе проводится мониторинг по соблюдению законодательства в сфере трудовых отношений. Недобросовестные работодатели были привлечены к административной ответственности. За истекший период 2021 года прокуратура района защищены конституционные права 232 работников путем погашения задолженности по заработной плате свыше 22 миллионов тенге. По данным товарищества, расположенного по адресу города Актюбе, района Алматы, проспект 312 стрелковой дивизии 34В, у 73 работников не выплачена заработная плата, и задолженность по заработной плате произошла из-за ареста банковских счетов в связи с просрочкой выплаты кредита.